Всего 2,5 минуты вместо 15 занимает новый путь от Николаевского моста и до конечки на Пашином. Быстрый долгожданный проезд в районе Тихих Зорь власти и подрядчик компания «Сибиряк» все-таки открыли, как и планировали этой ночью. Хотя на дороге нет освещения и финишного слоя асфальта. Наша съемочная засекла время. Путь с середины Николаевского моста и до конечной остановки в микрорайоне Пашины занял не более 3 минут. То есть стало в 5 раз быстрее. Эту дорогу жители правобережья ждали много лет. Раньше делали крюк по судостроительной, семафорной и Свердловской. Начать стройку долго не могли. Выкупали землю у владельцев, переносили опору ЛЭП. К качеству нового асфальта у водителей сейчас претензий нет. Установлен бордюрный камень, сделана ливневка. Но само понятие «техническое открытие» настораживает. По сути, объект запустили недоделанным. Накануне на участке побывал и мэр города. По данным администрации, на развязке до самой осени будет работать техника. Не готовы тротуары, благоустройство и асфальт на пересечении с ЖД-путями. Изначально строительство двухполосной магистрали от Пашиного до Тихих Зорь планировали закончить еще год назад, осенью 23-го. На объект выделяли более 162 миллионов рублей.